Ко дню славянской письменности и культуры в Севастопольском Благочинии приурочили конкурс «Стенгазет» среди воскресных школ. Задания были разосланы участникам заранее и включали две основные темы – 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и победа в Великой Отечественной войне. У каждой школы была своя уникальная задача в рамках одной из этих тем. Всем был предоставлен широкий простор для творчества. Затрачено очень много усилий, чувствуется в некоторых газетах. Радует, что отражена духовно-патриотическая тема, и духовность есть, и патриотика. То есть видно, что идет воспитание в воскресных школах. В конкурсе приняли участие 13 работ из Севастополя и одна стенгазета от Евпаторийского Благочиния. Оценивать труд ребят и их наставников оказалось непросто. Каждая работа была сделана с большим старанием, с выдумкой и вдохновением. Очень понравилась, конечно, газета, которая, скорее всего, заняла первый приз, взяла. Там видно, что дети подошли творчески и не только перечислили что-то, а они постарались сделать вывод из чего-то и написать его в кратких комментариях. И действительно, вот все пятерки я поставил им, и вот это вот духовное зерно, которое они постарались привнести в свой труд. Это радует. В интернете, в книгах много всяких историй про войну, про чудесные случаи. А мы решили собрать чудесные случаи из жизни близких и родственников, с которыми мы общаемся каждый день. В работе над стенгазетами детям помогали педагоги воскресных школ и непременно родители. Все чаще встречается, когда именно через ребенка взрослые находят дорогу к вере и храму. Как приятно, когда мама впоследствии через месяц, или через два, или через три приходит и участвует в таинстве Евхаристии, причащается, исповедуется. И как приятно, когда приходит папа, старшие братья, сестры старшие. Вот для этого, собственно говоря, наш труд преподавателей, директоров воскресной школы, учредителей воскресной школы, наш труд Господь воздает нам вот этими сокровищами, вот этими жемчужинами, которые мы видим в наших православных храмах, когда мы видим, что эта душа спаслась. Победители и участники получили грамоты и сладкие подарки от Севастопольского Благочиния, а стенгазеты ребят остались на экспозиции в Нижнем храме Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского Благочиния.